Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня для вас я подготовила вот такие вот замечательные слитки. Слитки вяжутся несложно, выглядят очень красиво и эффектно. Данная модель, по моему мнению, анатомична ножке и выглядит очень хорошо на ноге. Слитки я вязала из пряжи Alize Lana Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами номер 3 мм. Прежде чем приступить к вязанию, давайте разберемся с принципом вязания данной модели слитков, чтобы вы их смогли связать на любой размер ноги. Изначально я вывязала резиночку моего слитка. Полностью моя резинка примерно будет составлять 6 сантиметров. 3 сантиметра темным цветом и 3 сантиметра светлым цветом. Когда я начала вывязывать ниточкой светлого цвета, я уже начала делать перекрещивание в жгутах. По бокам у меня идут 2 мои регланные линии. И посередине изначально идет жгут, состоящий из 4 петель. После того, как я вывязала полностью всю резинку, я начала делать прибавление петель. И с этого места я начала боковые части вязать платочными дорожками, а по мыску у меня остались вывязываться жгуты. Регланные линии я также оставила вывязываться жгутами. Прибавление петель я делала с двух сторон данных регланных линий. Получается, первую петлю я постоянно прибавляла в каждом лицевом ряду перед регланной линией, вторую петлю после регланной линии, третью петлю перед второй регланной линией и четвертую петлю после второй регланной линии. На протяжении вот этой вот части моих 7 платочных дорожек я делала прибавление петель. В каждом лицевом ряду у меня, получается, прибавлялось по 4 петли. Все добавленные петли, которые я добавляла с двух сторон, с одной стороны и со второй стороны я добавляла к платочным дорожкам и вывязывала как платочные дорожки лицевыми петлями. Все петли, которые у меня добавлялись в мысок, я формировала дополнительные жгуты. Получается, посерединке у меня идет жгут, состоящий из 4 лицевых петель. По бокам жгута у меня идут по 2 изнаночные петли. И с одной стороны у меня добавился один жгут, состоящий из 4 петель. И со второй стороны добавился жгут, состоящий из 4 лицевых петель. И также по краям по 2 изнаночные петли. После того, как мы сделали с вами прибавление петель, мы мерим нашу заготовочку на ногу и смотрим, чтобы у нас по подъему ноги заготовка хорошо сидела на ноге. В видео я вам все показываю, как это должно сидеть на ножке. И далее я буду вывязывать именно в мысочек в длину. И именно длина вот этого вот мыска от того, когда мы уже все петли добавили, до наших убавления петель на пальчике, вот это вот расстояние, которое я вывязывала обычным ровным полотном, будет регулировать ваш размер ноги. И вот это вот расстояние мыска у меня должно было закрывать полностью мизинец моей ноги. Если вдруг вы вывязали вместе со мной длину мыска и вам оказалось много, тогда вы можете пару рядов распустить и подрегулировать его под свой размер ноги. Если вам недостаточно длины мыска для вашего размера ноги, тогда, соответственно, нужно вязать мысочек длиннее. До того момента, пока он у вас не закроет полностью мизинец вашей ноги. Я вяжу свои слитки на размер ножки 38. Но так как пряжа очень хорошо тянется, данные слитки подойдут от 37 до 39 размера. И далее я делала убавление петель на пальчике. После того, когда мы вывязали с вами мысок, мы будем делать подъем слитка. И когда мы будем набирать петли по контуру нашей заготовки, если вы вдруг вязали ваш мысочек короче, чем у меня, соответственно, размер ножки у вас получится меньше, так как петель по краям мыска у вас будет набрано меньше, чем у меня. И, соответственно, если вы вязали свой мысочек длиннее, чем у меня, по краям у вас будет набрано больше петель. И, соответственно, по контуру заготовки у вас также наберется больше петель, чем у меня. Поэтому размер ножки вы получите больше.
Подъем моего следка примерно составляет 3 сантиметра. Прибавление петель 4,5 сантиметра. Прибавки вместе с резинкой 9,5 сантиметров. Общая заготовка вместе с подъемом примерно 19 сантиметров. И после того, когда вы вывяжете подъем вашего следка, вы будете вывязывать цельно вязаную подошву. На подошве ни единого шва нет. И далее нужно сделать будет один шов по задней части следка. Шов очень аккуратный, совершенно незаметный, никакого дискомфорта вашей ножке не принесет. Надеюсь, что принцип вязания данных следков вам понятен. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста я сейчас наберу на спице 46 петель. Изначально мы с вами сейчас провяжем нулевой ряд, он у нас будет идти по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, на протяжении всего вязания. И далее приступаю вязать. 1 лицевая петля, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Далее провязываем 1 лицевая петля, 4 изнаночные, 1 лицевая и далее обратно 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая. И последняя кромочная петля на протяжении всего вязания провязывается изнаночной петлей. Вот таким вот образом мы с вами распределили все наши петли для резинки. Внимательно распределяйте именно этот нулевой ряд. Далее у нас первый ряд идет по лицевой стороне. И сейчас нам нужно с вами провязать данной резинке 6 рядов. Все петли будем провязывать по рисунку. Как они у нас располагаются, так мы вяжем. Давайте один ряд мы с вами вместе провяжем, следующие все ряды будете вязать самостоятельно. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее у меня идет изнаночная петля, я ее так и провязываю изнаночной. Далее 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И так далее. Все петли как расположены, так мы и вяжем. Лицевые петли провязываем лицевые, изнаночные изнаночными. Последняя кромочная петля постоянно будет провязываться изнаночной петлей. Первый ряд мы с вами вместе провязали. Далее еще 5 рядов мы провяжем с вами самостоятельно. Как в лицевом, так и в изнаночном ряду все петли провязываем по рисунку. Как они у нас располагаются, так мы и вяжем. Встретимся, когда провяжем самостоятельно данной резинки еще 5 рядов. Я провязала 5 рядов самостоятельно данной резинки. Вот таким вот образом она у меня сейчас выглядит. Если померить в сантиметрах, у меня это получается 3 сантиметра. Далее ниточку темного цвета я обрезаю, только обрезаю немножко больше, чтобы этой нитью сшить буквально вот этот шовчик. И присоединяю нить светлого цвета. Если посмотреть на готовом следке, у меня, начиная со светлого цвета, по мыску я делала жгуты. Вот эти вот две регланные линии с одной стороны и со второй стороны я также делала жгутами. Получается, в этих регланных линиях у меня перекрещивание жгутов в каждом лицевом ряду,
А именно в этих жгутах по мыску я перекрещивала жгуты в каждом четвертом ряду. Получается, раппорт моего жгута по мыску 4 ряда. Сейчас мы именно светлым цветом провяжем около 3 сантиметров далее нашей резиночки без прибавления петель. И далее нам понадобится 4 маркера. Маркерами мы обозначим наши две регланные линии. Присоединяем нить светлого цвета, кончик я не закрепляю, просто потом его спрячу по изнаночной стороне самостоятельно. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. И далее я провязываю 1 изнаночная петля, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Получается, мы с вами провязали 18 петель по рисунку. Как у нас петли располагаются, так мы и вязали. Далее вот эту вот дорожку из 2 лицевых петель мы обозначим маркерами. Получается, с одной стороны мы вешаем первый наш маркер. Далее мы будем перекрещивать петли. Снимаю, не провязывая на правую спицу, 2 петли. С изнаночной стороны, именно левой спицы, подхватываю первую петлю. И меняю петли местами вот таким вот образом. Далее вот эту петлю с правой спицы обратно переношу на левую. И данные две петли я сейчас провяжу лицевыми петлями. Мы с вами перекрестили петли для нашего жгута. Я вешу второй наш маркер, провязываю 1 изнаночная петля. И вот эту дорожку из 4 лицевых петель я также сделаю перекрещивание в жгуте. Снимаю, не провязывая на правую спицу, все 4 петли. С изнаночной стороны подхватываю только первую и вторую петлю левой спицей. Петли все аккуратно снимаю. И третью, четвертую петлю переношу на правую спицу. Вот таким вот образом мы с вами перекрестили 4 петли. Далее вот эти вот 2 петли с правой спицы обратно переношу на левую. И все эти 4 петли я сейчас провяжу лицевыми, хорошо нить подтягивая, чтобы никаких протяжек у нас с вами не образовывалось. Далее провязываю 1 изнаночная петля. Вешаю третий наш маркер. И в дорожке из 2 лицевых петель я также сделаю перекрещивание в жгуте. Снимаю 2 петли, не провязывая на правую спицу. С изнаночной стороны левой спицы подхватываю первую петлю. Снимаю 2 петли с правой спицы. И вторую петлю подхватываю правой спицы с лицевой стороны. Далее правой спицы петлю переношу на левую. И провязываю эти 2 петли лицевыми. Вешаю четвертый наш маркер. Все петли после четвертого маркера мы провязываем по рисунку. Как они у нас располагаются, так мы и вяжем. Изнаночные петли изнаночными, лицевые лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания провязывается изнаночной петлей. Мы с вами провязали первый ряд нашего раппорта узора и выделили вот эти вот две дорожки из 2 лицевых петель. Это наши будут регланные линии. Получается, у нас сейчас идет 3 жгута. Первый жгут мы его выделили маркерами из 2 лицевых петель. Центральный жгут из 4 петель. И третий жгут наш из 2 лицевых петель также выделен маркерами. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону и будем приступать ко второму ряду нашего раппорта узора. Второй ряд по изнаночной стороне провязываем все петли по рисунку. Получается, первую кромочную петлю мы снимаем, не провязывая. Далее у нас получается 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. 2 изнаночные. И так далее. Все петли провязываем по рисунку. Довязываем таким вот образом до конца второй ряд.
Третий ряд у нас идет по лицевой стороне. И в третьем ряду в маленьких жгутах, состоящих из двух лицевых петель, мы будем делать перекрещивание. В жгуте, который состоит из четырех лицевых петель, мы именно в третьем ряду не будем делать перекрещивание петель. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее все петли до первого маркера мы провязываем по рисунку. Как они у нас располагаются, так мы и вяжем. Первый маркер перебрасываем. И далее нам нужно сделать перекрещивание вот в этом маленьком жгуте. Это далее наша будет регланная линия. Две петли я снимаю, не провязывая, на правую спицу. С изнаночной стороны левой спицы подхватываю первую петлю. Снимаю две петли с правой спицы и с лицевой стороны правой спицы подхватываю вторую петлю. Петли мы таким вот образом поменяли местами. Обратно вот эту петлю с правой спицы переношу на левую и провязываю эти две петли, две лицевые. Маркер перебрасываю. Далее вяжем 1 изнаночная, 4 лицевые. 1 изнаночная. Третий маркер перебрасываем. И далее в этом жгуте мы также будем делать перекрещивание петель. Четвертый маркер перебрасываем. Все остальные петли мы провязываем по рисунку. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Довязываем третий ряд до конца. И далее четвертый ряд по изнаночной стороне мы провязываем просто все петли по рисунку. Как они у нас располагаются, так мы и вяжем. Лицевые петли лицевыми вяжем, изнаночные изнаночными вяжем. Мы с вами провязали первый раппорт узора, состоящий из четырех рядов. Давайте вместе провяжем первый ряд второго раппорта узора в высоту. Получается, сейчас мы провязываем до первого маркера все петли по рисунку резиночкой. Довязали до первого маркера, маркер перебрасываем. Далее в этом жгуте мы делаем перекрещивание петель. Две петли я снимаю на правую спицу, не провязывая. С изнаночной стороны подхватываю первую петлю лицевую. Две петли с правой спицы снимаю и подхватываю вторую петлю с лицевой стороны. Вот таким вот образом мы с вами перекрестили петли. Далее эту петлю с правой спицы переношу обратно на левую и провязываю эти две петли, две лицевые. Маркер перебрасываю, провязываю 1 изнаночная. И таким же образом мы делаем перекрещивание в центральном нашем жгуте. Снимаю, не провязывая, на правую спицу все 4 петли. С изнанки подхватываю первую и вторую петлю. Правую спицу вынимаю и с лицевой стороны подхватываю третью и четвертую петлю. Вот таким вот образом мы с вами перекрестили 4 петли. Далее с правой спицы петли возвращаю на левую. И все эти 4 петли я провязываю лицевыми. Далее 1 изнаночная петля, маркер перебрасываю. И в следующем уже третьем жгуте мы делаем таким же образом перекрещивание петель. Четвертый маркер перебрасываю. И далее после четвертого маркера все петли мы вяжем по рисунку резинкой. Далее провяжем самостоятельно второй ряд. По изнаночной стороне провязываем все петли по рисунку. Третий ряд данного раппорта узора провязываем по лицевой стороне. Только не забываем, именно в третьем ряду мы делаем в двух жгутах, состоящих из двух лицевых петель, перекрещивание. В центральном жгуте перекрещивание не делаем. И в четвертом ряду по изнаночной стороне провязываем просто все петли по рисунку. Встретимся, когда вы провяжете самостоятельно следующие три ряда. Это второй, третий и четвертый ряд данного раппорта в высоту. Я провязала самостоятельно три
ряда в высоту. И сейчас у нас вывязана ниточкой светлого цвета 2 раппорта в высоту. Это 8 рядов. Если померить в сантиметрах, моя резиночка на данный момент составляет примерно 6 сантиметров. Далее со следующего раппорта я буду делать прибавление петель. И вот эти вот боковые части, то есть до первого маркера и после четвертого маркера, я буду провязывать все петли лицевыми, как в лицевом, так и в изнаночном ряду. У меня будут получаться платочные дорожки. Жгуты, как мы перекрещивали, получается, в первом ряду делали перекрещивание во всех трех жгутах, и в третьем ряду делали перекрещивание только в двух жгутах. Мы это оставляем неизменно. Добавлять петли мы будем перед первым маркером, после второго маркера, перед третьим маркером и после четвертого маркера. Получается, у нас в каждом лицевом ряду будет добавляться 4 петли. Сейчас у меня идет уже первый ряд третьего раппорта узора с добавлениями петель. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И до первого маркера мы провязываем все петли лицевыми. Перед первым маркером я должна добавить одну петлю. Обвиваю пальчик рабочей нитью и набрасываю вот эту петлю на правую спицу вот таким вот образом. Первый маркер перебрасываю. В дорожке мы сделать должны перекрещивание петель таким же образом, как мы делали ранее. Снимаю, не провязывая, на правую спицу 2 петли. Левой спицы с изнаночной стороны подхватываю первую петлю. Снимаю все 2 петли с правой спицы и с лицевой стороны подхватываю вторую петлю. Вот таким вот образом мы перекрестили петли и провязываем эти 2 петли лицевыми. Маркер второй я перебрасываю, и сразу после второго маркера мы должны добавить вторую петлю. Обвиваю рабочей ниточкой пальчик и набрасываю эту петлю на правую спицу. Таким образом мы с вами добавили уже вторую петлю. Провязываем 1 изнаночная. И в жгуте центральном мы также делаем перекрещивание петель. Далее 1 изнаночная петля. Перед третьим маркером мы добавляем третью петлю. Перебрасываем третий маркер. Обратно делаем перекрещивание петель в жгуте, состоящих из двух лицевых петель. Перекрещивания все делаем одинаковые. Четвертый маркер перебрасываю. Сразу после четвертого маркера добавляю уже четвертую петлю. Все петли до конца ряда далее мы провязываем лицевыми. Последняя кромочная петля у нас также провязывается изнаночной петлей. Все петли, которые у нас добавляются в боковые части, у нас будут провязываться лицевыми. Они у нас просто будут добавляться к нашим платочным дорожкам. Все петли, которые у нас будут добавляться посерединке, мы будем эти петли распределять в дальнейшие наши жгуты. Если посмотреть на готовом следке, получается, у нас центральный жгут состоит из 4 лицевых петель. Далее по бокам по 2 изнаночные петли. И боковые жгуты также состоят из 4 лицевых петель. Далее обратно по бокам изнаночные петли. Таким образом мы добавленные петли будем распределять в наш мысок. Второй ряд раппорта узора с добавлением петель. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее вяжу все петли лицевыми до первой нашей добавленной петли. У нас перед первым маркером добавленная вот петля. Мы ее провязываем лицевой, скрещенной, чтобы у нас не образовывалось никаких дырочек. Вот таким вот образом. Маркер перебрасываю, далее 2 изнаночные петли. Второй маркер перебрасываю.
И после второго маркера у нас идет также добавленная петля. Я ее должна провязать также лицевой скрещенной. Далее лицевая 1, 4 изнаночных. Обратно лицевая и накид, добавленная петля у нас также будет провязываться лицевой, только скрещенный. Маркер перебрасываем, далее 2 изнаночные петли. Маркер перебрасываем, добавленная наша петля провязывается лицевой скрещенной. Далее все петли вяжем до конца ряда лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Третий ряд, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее до первого маркера я вяжу все петли лицевыми. Перед первым маркером мы должны добавить одну петлю. Обвиваем пальчик рабочей нитью и набрасываем эту петлю на правую спицу. Маркер перебрасываем, делаем перекрещивание в жгуте, состоящий из двух петель. И провязываем эти две петли лицевыми. Второй маркер перебрасываем. Сразу после второго маркера я добавляю вторую петлю. Провязываю 2 изнаночные, уже у нас идут по рисунку, 4 лицевые и 2 изнаночные. Добавляем петлю перед третьим маркером. Маркеры перебрасываем. В жгуте из 2 лицевых петель мы также делаем перекрещивание. Маркер 4 перебрасываем и добавляем 4 петлю после 4 маркера. Все остальные петли у нас провязываются лицевыми. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и приступаем уже к 4 ряду. Первую кромочную петлю я снимаю и далее все петли я провязываю лицевыми до нашего накида. Мы дошли до первого нашего накида, провязываем его лицевой скрещенной. Маркер перебрасываем, далее 2 изнаночные петли. Маркер перебрасываем. И далее смотрим, как нужно нам распределить петли именно в центральной нашей части. Смотрите, у нас идет жгут из 4 петель. По бокам по 2 изнаночные петли у нас уже с вами есть. И далее нам надо формировать следующие наши 2 жгута. Получается, по изнаночной стороне у нас эти петли должны провязываться изнаночными петлями, чтобы по лицевой стороне у нас получились лицевые петли. Поэтому провязываем изнаночной скрещенной петлей. Далее 2 лицевые, 4 изнаночные. 2 лицевые, 1 изнаночная скрещенная, маркер перебрасываем, далее 2 изнаночные, маркер. И после 4 маркера мы все петли должны провязать лицевыми. Накид провязываем лицевой скрещенной. Последняя петля провязывается изнаночной. Мы с вами провязали третий раппорт узора с добавлениями петель. Следующие 6 рядов вы провяжете самостоятельно. Это получается целый 4-й раппорт и 2 ряда первых 5-го раппорта. Получается, прибавляем петли перед первым маркером, после второго маркера, перед третьим маркером и после 4 маркера. Добавляем таким вот образом петли в каждом лицевом ряду. Получается, первый ряд мы провязываем по бокам все петли лицевыми и в жгутах во всех 3 делаем перекрещивание петель. Все остальные петли вот здесь вот между жгутами мы вяжем по рисунку. Как они у нас располагаются, так мы и вяжем. В изнаночных рядах все добавленные петли, которые у нас будут относиться к платочным дорожкам, у нас будут провязываться лицевыми скрещенными. Все добавленные петли, которые у нас будут
располагаться посерединке между вторым и третьим маркером. У нас будут провязываться изнаночными скрещенными. В третьем ряду раппорта нашего узора мы в центральном жгуте не делаем перекрещивание петель, только делаем перекрещивание вот в этих двух маленьких жгутах. Провязываем 6 рядов самостоятельно. Встретимся в третьем ряду 5 раппорта. Я провязала 6 рядов самостоятельно. И у меня сейчас посерединке располагается жгут, получается, из 4 петель. По бокам жгута по 2 изнаночные петли. И далее по 4 лицевые петли. Это наши петли 2 и 3 жгута. Когда у вас добавилось по 4 лицевые петли, мы будем далее делать перекрещивание и в этих боковых жгутах. У нас сейчас, получается, будет делаться перекрещивание именно в первом ряду уже в 5 жгутах. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. В третьих рядах раппорта узора будем делать перекрещивание только вот этих маленьких жгутах. У меня сейчас располагается на спице 66 петель. Если посчитать по платочным дорожкам, 1, 2, 3, 4, 5 платочных дорожек. Далее у меня идет третий ряд уже 5 раппорта. Все петли до первого маркера мы провязываем самостоятельно лицевыми. Перед первым маркером мы делаем накид. Маркер перебрасываем. Далее, вот в этой дорожке из 2 лицевых петель мы делаем перекрещивание петель. Второй маркер перебрасываем. После второго маркера также добавляем вторую петлю. Провязываем 4 лицевые петли, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые. Перед третьим маркером мы также добавляем 1 петлю. Маркер перебрасываем, делаем перекрещивание в маленьком нашем жгуте. Четвертый маркер. Добавляем уже 4 петлю. И все остальные петли до конца ряда мы провязываем лицевыми. И далее уже в 4 ряду 5 нашего раппорта мы провязываем до первого маркера все петли лицевыми. От первого маркера до 4 маркера все петли по рисунку. Как они у нас располагаются, так мы и вяжем. Все наши 4 добавленные петли мы провязываем лицевой скрещенной. И петли после 4 маркера мы провязываем лицевыми. Встретимся в начале первого ряда уже 6 раппорта. Приступаем к первому ряду 6 раппорта. Все петли до первого маркера мы сейчас провяжем лицевыми самостоятельно. Перед первым маркером мы добавляем 1 петлю, маркер перебрасываем. Делаем перекрещивание петель в жгуте, состоящих из 2 петель. Второй маркер перебрасываем, добавляем уже 2 петлю. Провязываем 1 изнаночная. И теперь из этих 4 петель мы также должны сформировать жгут. 4 петли я снимаю, не провязывая. С изнаночной стороны левой спицы подхватываем первую и вторую петлю. Все 4 петли сбрасываю с правой спицы. И с лицевой стороны подхватываю третью и четвертую петлю. Переношу с правой спицы 2 петли на левую. И провязываю все 4 петли лицевыми. Мы с вами сделали перекрещивание в жгуте нашем добавленном. Далее провязываю 2 изнаночные петли. И в следующем жгуте мы также должны сделать перекрещивание петель таким же образом.
Провязываю 2 изнаночные петли. И со второй стороны также мы на вот этих 4 лицевых петлях будем делать перекрещивание, образуя жгут. У нас получается в центральной части, именно в мыске, уже образовалось 3 жгута. Далее провязываю 1 изнаночная петля. Перед третьим маркером добавляем третью петлю. Маркер перебрасываем. И в дорожке из 2 лицевых петель мы также делаем перекрещивание. Четвертый маркер перебрасываю, добавляем четвертую петлю. Все остальные петли до конца ряда мы должны провязать лицевыми. Последняя петля, как мы помним, провязывается изнаночной, так как она у нас кромочная. Второй ряд, именно с 6-го раппорта, мы провязываем самостоятельно. Получается, до первого маркера мы провязываем все петли лицевыми, и после четвертого маркера мы провязываем все петли лицевыми. Петли, которые располагаются от первого маркера до четвертого, мы должны провязать по рисунку. Как они у нас располагаются, так мы и вяжем. Все добавленные петли мы провязываем лицевой скрещенной петлей. Все наши 4 добавленные петли. Мы с вами самостоятельно провязали второй ряд 6-го нашего раппорта по изнаночной стороне. И у меня посерединке между вторым и третьим маркером получается идет 2 изнаночные петли, 4 лицевых, это у нас уже образовался жгут, 2 изнаночные, 4 лицевых, второй жгут, 2 изнаночные, 4 лицевых, третий жгут и 2 изнаночные петли. Сейчас у меня всего располагается на спице 74 петли. Больше мы с вами прибавления никаких делать не будем. Далее вы вашу заготовочку примеряете на ногу. Я примерила это на манекен ножки. И вот таким вот образом она у вас должна сидеть на ноге. Получается, мы с вами прибавками вывязали весь подъем нашей ножки. Если вдруг у вас ножка совсем маленькая, худенькая, тогда можете на пару рядов, именно с прибавлениями петель, связать меньше, чем у меня. И далее, боковые части мы не будем вязать, будем вязать только вот эту вот центральную часть от 2 до 3 маркера. Поэтому я сейчас все мои петли пересниму на 3 разные спицы. Получается, на первой спице у нас будут располагаться петли до 2 маркера. На второй спице у нас будут петли от 2 маркера до 3. И на третьей спице от 3 маркера до конца. Вот таким вот образом я распределила все наши петли на 3 разные спицы. Если померить в сантиметрах, данная моя заготовочка примерно составляет 11 сантиметров. Рабочую ниточку я не буду обрезать. Я сейчас возьму нить либо с середины мотка, либо со второго мотка. И второй нитью буду вывязывать именно вот петли на нашей центральной спице. После того, как я вывяжу полностью весь мысок, именно этой ниточкой я буду вывязывать подъем с литка. Прикладываем рабочую нашу нить и будем приступать к вывязыванию именно центральной нашей части. У нас по рисунку получается далее должен идти третий ряд 6-го нашего раппорта узора. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня присоединяется новая нить. Далее провязываю 1 изнаночная петля, 4 лицевые, 2 изнаночные петли, 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые,
Одна изнаночная и кромочная последняя петля провязывается также на протяжении всего вязания изнаночной петлей. Мы с вами провязали третий ряд шестого раппорта. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. И сейчас четвертый ряд по изнаночной стороне мы провязываем все петли по рисунку. Как они у нас располагаются, так мы и вяжем. Мы с вами довязали полностью весь шестой раппорт нашего узора. Далее вы будете провязывать самостоятельно. Я провяжу далее еще 10 рядов. В каждом первом ряду данного раппорта узора первую кромочную петлю мы снимаем, далее одна изнаночная. В жгуте из 4 петель мы делаем перекрещивание, как мы делали ранее. Далее 2 изнаночные. Далее обратно. В жгуте из 4 петель мы делаем перекрещивание, 2 изнаночные. В третьем жгуте мы также делаем перекрещивание петель. 1 изнаночная и кромочная последняя петля. Таким образом мы вяжем первый ряд раппорта нашего узора. Именно для мазка. Второй ряд по изнаночной стороне провязываем просто все петли по рисунку. Третий ряд по лицевой стороне также мы провязываем все петли по рисунку. Перекрещивания никакие не делаем. И в четвертом ряду по изнаночной стороне мы провязываем также все петли по рисунку. Перекрещивания делаем только в первом ряду данного раппорта узора. Получается, я сейчас провяжу целый седьмой раппорт из 4 рядов состоящий, полностью восьмой раппорт и 2 первых ряда 9 раппорта. Но вот эту вот длину дальнейшего нашего мазка до убавления петель мы будем провязывать для каждого размера ноги индивидуально. После того, как я сейчас вывяжу 2,5 раппорта, у меня длина моего мазка должна закрывать полностью мизинец моей ноги. Если вам много этого расстояния, либо мало этого расстояния, тогда вы вяжете под свою ножку либо больше, именно длину этого мазка, либо меньше. Встретимся, когда я провяжу 2,5 раппорта в высоту именно в центральной нашей части. Я самостоятельно провязала 2,5 раппорта именно для мазка моего. Вот таким вот образом выглядит моя заготовочка на данный момент. Если померить в сантиметрах, на данный момент моя заготовка 15 сантиметров. Сейчас вы свою заготовку мерите на свою ногу и смотрите, как она вам сидит по ножке. Получается, ваш мысок должен закрывать полностью мизинец вашей ноги. Если вдруг вам много данного мазка, либо мало, тогда можете связать еще дополнительные ряды, либо распустить необходимое количество рядов, чтобы ваша заготовочка закрывала мизинец вашей ноги вот таким вот образом. Далее я буду делать убавление петель, и именно это расстояние закроет остальные ваши пальчики. После того, когда вы определились с длиной вашего мазка, отрегулировали его под свою ножку, мы будем делать с вами далее убавление петель. И убавлять петли мы будем в каждом лицевом ряду по 2 петли. Сейчас у меня идет третий ряд 9 раппорта. И в этом ряду я убавлю по 1 изнаночной петле. Получается, у меня останется между жгутами по 1 изнаночной петле. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее провязываю 1 изнаночная, 4 лицевые. И следующие 2 изнаночные петли я провязываю как 1 изнаночная, таким вот образом. Далее 4 лицевые. Обратно 2 изнаночные петли провязываем как 1 изнаночная, 4 лицевые. 1 изнаночная и кромочная петля. Следующий ряд по изнаночной стороне, это будет четвертый ряд 9 раппорта, провязываете самостоятельно все петли по рисунку. Далее у меня идет первый ряд уже 10 раппорта. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. 1 изнаночная петля. И сейчас мы убавим по 1 петле в боковых жгутах. 4 петли я снимаю, не провязывая на правую спицу.
Левой спицей подхватываю первую, вторую петлю, сбрасываю все 4 петли с правой спицы, третью, четвертую петлю я подхватываю правой спицей. Вот эти вот 2 петли с правой спицы обратно переношу на левую. И теперь провязываем первая лицевая петля, вторая лицевая, а третью и четвертую петлю я провяжу вместе, как одна лицевая петля. У меня на данный момент жгут уже состоит из 3 лицевых петель. Далее 1 изнаночная. В центральном жгуте мы убавления не делаем, просто делаем перекрещивание петель. Далее 1 изнаночная, и в третьем жгуте мы также должны убавить 1 петлю. Меняем местами петли. И провязываем 1 лицевая петля, 2, а 3 и 4 петлю провяжем как 1 лицевая. Далее 1 изнаночная и кромочная. Следующий, второй ряд 10 раппорта по изнаночной стороне провязывайте самостоятельно все петли по рисунку. Далее у меня идет третий ряд 10 раппорта. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. 1 изнаночная, 1 лицевая. Следующие 2 петли я провяжу вместе, как 1 лицевая петля. Для этого я переверну 2 петли, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху, и провязываю их 1 лицевой за верхние правые стеночки. 1 изнаночная петля, дальше 4 лицевые петли. 1 изнаночная, 1 лицевая, и следующие 2 петли я также переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху, и провяжу их, как 1 лицевая петля. Далее 1 изнаночная и кромочная. Следующий ряд, это у нас уже 4 ряд 10 раппорта по изнаночной стороне. Вы провязываете все петли по рисунку. Далее у меня идет первый ряд 11 раппорта. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее 1 изнаночная петля. Следующие 2 петли я также переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху. И провязываю как 1 лицевая петля. Далее 1 изнаночная, и в центральном жгуте мне надо сделать перекрещивание петель, как мы делали это ранее. Одна изнаночная петля. Следующие 2 петли я переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху, и провязываю их как 1 лицевая петля. 1 изнаночная и кромочная. Следующий ряд по изнаночной стороне вы провязываете самостоятельно. Это второй ряд 11 раппорта. Все петли провязываете по рисунку. Третий ряд 11 раппорта. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее я переверну лицевую петлю, чтобы у меня правая стеночка лежала сверху. И провязываю первую и вторую петлю, как 1 лицевая, за верхние правые стеночки. Далее 1 изнаночная, 4 лицевые. 1 изнаночная. И далее лицевую петлю я переверну, чтобы у меня правая стеночка лежала сверху, и провязываю 2 петли, как 1 лицевая и кромочная. Последний ряд по изнаночной стороне вы вяжете самостоятельно все петли по рисунку. Мы с вами убавили наш мысочек до 10 петель. Если в сантиметрах, моя заготовочка на данный момент составляет 18 сантиметров. Сейчас вы обратно примерите вашу заготовку на ногу. И вот этот полностью ваш мысок должен закрывать ваши все пальчики. Это полностью вывязан наш мысочек. И после того, как мы вывязали полностью весь наш мысок, мы будем приступать к вывязыванию подъема нашего следка. Если посмотреть на готовом следке,
Вот именно вот эта вот часть, это является наш подъем. Получается одна платочная дорожка ниточкой светлого цвета, вторая темным цветом, третья светлым цветом, четвертая и пятая дорожка платочная темным цветом. Всего мой подъем будет составлять 5 платочных дорожек. Это значит, как в лицевом, так и в изнаночном ряду мы будем провязывать все петли лицевыми. Только будем чередовать нить. Рабочую нить именно от мыска мы обрезаем, кончик прячем по изнаночной стороне самостоятельно. И сейчас мы будем поднимать петли по контуру нашей заготовки. Получается, изначально мы будем провязывать вот эти петли, затем по краю мыска будем поднимать с этой стороны петли, провяжем петли мыска, поднимем со второй стороны мыска петли и закончим вывязывать вот этой вот стороной слитка. Я буду распределять все петли по контуру заготовки на спицы на леске. Но если вдруг у вас нету спицы на леске, можете эти все петли распределить на чулочные спицы и вывязывать далее чулочными спицами. Получается, первую кромочную петлю мы снимаем, не провязывая. И далее все петли мы провязываем лицевыми. Далее мне надо поднять петли по первому краю мыска. Мы, получается, из каждой кромочной петли должны поднять на крючок одну петлю. У меня по краю мыска располагается 11 кромочных петель. Если вы вдруг вязали мысочек ваш длиннее, либо короче, нежели чем у меня, тогда у вас будет располагаться именно по краю мыска либо больше, либо меньше кромочных петель. Ввожу крючок в первую кромочную петлю, подхватываю рабочую нить, и у нас получилась на крючке одна поднятая петля. Затем обратно ввожу крючок за две дужки кромочной петли, подхватываю рабочую нить, и у нас поднялась уже вторая петля на крючок. И таким вот образом я поднимаю все петли. Из каждой кромочной петли у меня будет подниматься на крючок по одной петле. Далее вот эти вот все петли с крючка я перенесу на мою рабочую спицу. Далее провязываем 10 петель, это петли нашего самого мыска. Также провязываем все петли лицевыми. Далее обратно берем крючок и с помощью крючка по второму краю мыска мы должны поднять такое же количество петель, как мы поднимали петли по первому краю мыска. Получается, ввожу крючок в первую кромочную петлю, подхватываю рабочую нить, и у меня на крючке образовалась одна петля. Далее обратно ввожу крючок за две дужки кромочной петли, подхватываю рабочую нить, и уже вторая петля на крючке. И далее таким вот образом я поднимаю все необходимые петли. Далее все эти петли я перенесу на мою рабочую спицу. И далее мне осталось провязать вот эти вот все петли. Последняя петля будет провязываться изнаночной, так как она у нас будет кромочная. Вот таким вот образом мы подняли все петли по контуру моей заготовки. У меня на спице располагается 86 петель, но у вас может быть петель либо больше, либо меньше, если вы вязали ваш мысок до убавления петель, либо короче, либо длиннее, чем у меня. Переворачиваем нашу заготовку на изнаночную сторону и приступаем ко второму ряду подъема нашего слитка. Второй ряд по изнаночной стороне провязываем все петли лицевыми. Если вы вдруг вяжете на круговых спицах, так же как и я, и в некоторых местах вам неудобно вязать, делаете из спицы вот такую вот петельку в любом месте, где вам неудобно. И далее провязываете. Таким вот образом довязываем полностью весь наш ряд. Последняя кромочная петля будет провязываться постоянно изнаночной. Мы с вами провязали второй ряд полностью до конца по контуру нашей заготовки. И у нас образовалась платочная дорожка, которая, получается, состоит из одного лицевого ряда, второго изнаночного. Далее я буду присоединять нити темного цвета, светлого цвета, ниточку с этой стороны мы не обрезаем.
Получается, прикладываем нить темного цвета. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. И далее все петли по контуру моей заготовки я провязываю лицевыми. Таким вот образом довязываем первый ряд ниточкой темного цвета полностью по лицевой стороне до конца. И второй ряд также ниточкой темного цвета по изнаночной стороне. Встретимся, когда провяжем ниткой темного цвета 2 ряда, один лицевой, второй изнаночный. 2 ряда ниточкой темного цвета я провязала, один лицевой, второй изнаночный. И вот таким вот образом у меня выглядит мой подъем. Если посмотреть на готовом слитке, мы с вами вывязали одну светлую платочную дорожку, вторую темную. Далее мне нужно провязать 2 ряда ниточкой светлого цвета и 4 ряда ниточкой темного цвета. 3 платочные дорожки мы с вами сейчас провяжем самостоятельно. Всего у нас должно получиться 5 платочных дорожек. Встретимся, когда вы провяжете самостоятельно 2 ряда ниточкой светлого цвета и 4 ряда ниточкой темного цвета. Я вывязала подъем моего слитка. И после того, как наш подъем готов, мы будем вывязывать подошву. Сейчас у меня на спице располагается 86 петель. На подошву я отдаю центральные 14 петель. Если вдруг у вас другое количество петель на спице, вы также отдавайте 14 петель на подошву, а все остальные петли делим на 2 равные части. Это у меня получается по 36 петель. И сейчас мы эти петли с вами будем убавлять. Если вдруг у вас количество петель не делится на 2 равные части, тогда на подошву отдавайте 13 петель, а соответственно все остальные петли делим на 2 равные части. Ниточку светлого цвета можно обрезать, она нам больше не нужна, только обрезаем подлиннее, чтобы этой нитью сшить именно вот этот вот весь шов. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее лицевыми петлями, если считать вместе с кромочной, мы должны провязать в моем случае 36 петель. Получается 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. 36 петель провязано. Теперь приступаем к петлям нашей подошвы. Это у меня 14 центральных петель. Провязываем все петли лицевыми. Первая петля подошвы. Между первой и второй петлей я повешу маркер. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. И между 13 и 14 петлей я повешу второй маркер. И получается, после второго маркера во всех лицевых рядах 14 петлю, это последняя петля подошвы, и следующая петля от боковой части, она у нас будет идти 15. В каждом лицевом ряду мы эти две петли вместе провязываем одной изнаночной петлей. Таким образом мы с вами будем убавлять петли. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую петлю я снимаю, не провязывая. Маркер перебрасываю. И далее до второго маркера я провязываю все петли лицевыми. Второй маркер перебрасываю. И сразу после второго маркера во всех изнаночных рядах мы провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей. И таким образом мы будем так убавлять петли далее. Давайте еще раз с вами повторим. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркер перебрасываю. И далее до второго маркера я провязываю все петли лицевыми. Второй маркер перебрасываю. И сразу после второго маркера во всех лицевых рядах мы провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Маркер перебрасываю. И далее до второго маркера я провязываю все петли лицевыми. Второй маркер перебрасываю. И сразу после второго маркера во всех изнаночных рядах мы провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей.
Далее таким же образом будете убавлять петли самостоятельно. Получается, в каждом лицевом ряду первую кромочную снимаем, далее все петли лицевыми, после маркера 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Во всех изнаночных рядах первую петлю снимаем, маркер, до второго маркера все петли лицевыми, сразу после второго маркера 2 петли вместе одной лицевой петлей. Таким образом мы будем убавлять петли до тех пор, пока у меня в самом конце с одной и со второй стороны не останется по 5 петель. Я вывязала мою подошву до тех пор, пока у меня с каждой стороны не осталось по 5 петель, плюс 14 петель это петли нашей подошвы. И далее мы с вами убавлять будем петли и боковые, и петли именно в подошве. Первая кромочная петля снимается, не провязывая, маркер перебрасываю на правую спицу. И далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая до второго маркера 2 петли. У меня до маркера второго осталось 2 петли. И в каждом ряду я вот эти вот 2 петли буду провязывать одной лицевой петлей. И в лицевом ряду, и в изнаночном. Маркер второй я перебрасываю. И так как это у нас лицевая сторона, 2 петли сразу после второго маркера я провязываю одной изнаночной петлей. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Маркер перебрасываю и далее провязываю все петли лицевыми, не довязывая до второго маркера 2 петли. У нас до второго маркера осталось 2 петли. И как я уже ранее говорила, в каждом ряду мы эти 2 петли будем провязывать одной лицевой петлей. И в лицевом ряду, и в изнаночном. Маркер перебрасываю и сразу после маркера, так как это у нас изнаночная сторона, я провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей. И таким образом вы вяжете далее. Получается, в каждом лицевом ряду первую петлю мы снимаем, не провязывая. Далее вяжем петли лицевыми. 2 петли до маркера я буду провязывать одной лицевой петлей. Сразу после маркера во всех лицевых рядах мы провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Во всех изнаночных рядах первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее провязываю все петли лицевыми. И 2 петли до маркера второго я провязываю одной лицевой петлей. Маркер перебрасываю и сразу после маркера я 2 петли вместе провязываю одной также лицевой петлей. Таким образом у нас будут убавляться петли не только боковые, но и петли в нашей подошве. Встретимся, когда убавим все наши боковые петли. После того, как мы с вами убавили все петли боковых частей, у нас на спице осталось 4 петли, и это все петли нашей подошвы. Маркеры я убираю, они нам больше не нужны. Первую петлю снимаю, не провязывая. Следующие 2 петли я провяжу вместе одной лицевой петлей. Последняя кромочная провязывается изнаночной петлей. Переворачиваю вязание, первую петлю я снимаю, 2 следующие петли провязываю лицевой и первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. У нас с вами осталась одна открытая петля. Ниточку рабочую я обрезаю чуть-чуть длиннее, чтобы буквально сшить пару платочных дорожек. Затем кончик от рабочей нити продеваю в открытую петлю и затягиваю. И осталось нам сшить задний шов следка. У нас должно остаться только 3 кончика. Все остальные мы прячем по изнаночной стороне самостоятельно и обрезаем. Получается, один кончик темным цветом мы сшиваем буквально пару платочных дорожек. Далее кончик светлый мы сшиваем основной наш шов. И третьим кончиком темного цвета мы сшиваем чуть-чуть резиночки. Сейчас я возьму иголку с широким ушком и вдену первый наш кончик в иглу. Данный шов мы будем сшивать не за кромочные петли, а дужки петель, которые располагаются сразу за кромочными петлями. Одни относятся к платочным дорожкам. Это где у нас имеются платочные дорожки. Где у нас идет резиночка, также будем сшивать за внутренние дужки, которые располагаются сразу за кромочной петлей. Ищу по этому краю первую платочную дорожку и ввожу иголочку снизу
вверх задушку, которая располагается сразу за кромочной петлей. Первая дужка платочной дорожки. С одной стороны. Со второй стороны таким же образом. Ищу первую платочную дорожку и ввожу иглу за дужку, которая относится к платочной дорожке и располагается сразу за кромочной петлей. Иголку ввожу снизу вверх. Далее ищем вторую платочную дорожку и сшиваем ее с одной и со второй стороны. Таким образом мы сшили буквально две платочные дорожки. Затем эту нить выводим на изнаночную сторону. Иголочку вставляем уже в нить светлого цвета и будем полностью вот этот шов до темной нашей резинки сшивать светлой ниткой. Вводим иголочку снизу вверх за дужку, которая располагается сразу за кромочной петлей. С одной стороны и со второй стороны. С одной стороны и со второй стороны. И таким образом вышиваете далее вот этот шов до того, пока вы не дойдете до начала вашей резинки. Платочные дорожки я полностью все сшила. Теперь у нас идет резиночка. Вводим иголочку за внутренние дужки петель, которые располагаются сразу за кромочной петлей. С одной стороны. И таким же образом со второй стороны. С одной стороны. И таким же образом со второй стороны. Иголочку вводим снизу вверх. Далее сшивайте самостоятельно полностью весь шов. После того, когда вы закончите сшивать светлый участок, вы вдеваете иголочку в нить темного цвета и заканчиваете сшивать именно ниточкой темного цвета. Все кончики, которые у вас будут оставаться, вы будете прятать по изнаночной стороне самостоятельно. Шов не забываем разровнять, подтянуть хорошенько, чтобы ничего не стягивало наш следок. Встретимся, когда мы сошьем полностью весь шов. И после того, как вы сшили полностью весь шов, вот так вот красиво и аккуратно, он у вас должен смотреться. Вот такие вот два красивые следка у нас с вами получились. Если вам понравился данный мастер-класс и понравилось вязать вместе со мной, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.